датирован 22-м годом и к матчу с Ювентусом, забывая, что Райо действительно соперник очень непростой. К примеру, для сравнения, Алавес, который в зоне Еврокубков идет шестым, забил 24. С обороны, конечно, всего Валикана. Номер Гальвес. Второй справа Тито, седьмой слева Морено. В центре номер восьмой Оскар Трехан. 15-й Марио Суарес, 20-й. Который уже вернулся в строй, но решили не рисковать перед матчем с Ювентусом, поэтому он сегодня вне заявки. А команду так удар по мячу я никогда не видел, чтобы символический удар был сразу пятью мячами. Ну это очень красиво, очень правильно и вообще здорово. Отметил, Атлетико уже не второй, а третий в чемпионате. Кстати, последний матч Райо играл довольно-таки неплохо против Иса, когда у Валикан все было очень-очень плохо. Они обращались ко всем за помощью и пришли прерву свое. Да, еще раз смотрим удар Сауля. Для него этот стадион в какой-то левом рукаве. Подача спасает свою команду Альваро Мората. Именно он играет головой. Ну и здесь можно погладить по спине, да. Даже подтянуть за трусы. Молодому человеку можно было, но центральный защитник. И снова высокий прессинг. Что интересно, он родился 1 января. Представляешь, как замечательно начинался 1991 год. На свет появился уругвайской пары основной. Какой красивый, да. В первом круге. Но тяжело получился тогда матч, и если бы не обла, такой беспорядок, как-то странно. Подача! Француза выглядит, удар Мараты. Тактику выбирает, сейчас придется держать оборону. Атлетико, Эмбарба, Тито своего же отходит. Гризман, Коре, Гризман. Ох, ошибается француз. Проиграл борьбу Родри. И опять побежали. Просит, просит на правом фланге. Сауль. Разобрался. Хорошо разобрался, но мяч потерял. Эмбарба. Нет, вторая попытка. Здесь уже повыше. Затолкали там Мората и... Отработал хорошо, отборолся мяч для своей команды. Выиграл, но не все так хороши, как девятка. Вот самих журналистов. Ну, что-то там порядка 3 миллионов в месяц, что ли. Это очень много удар. Это не финал домашний в Лиге Чемпионов, но для начала надо пройти Ювентус, кого-нибудь, одного из главных образа мадридскому Реалу. И как? И как? В первом случае в Лиссабоне вообще, по-моему, они несколько дней. Серебро у Арсена Венгера, ну и возглавляет этот список Диего Симеоне. Ну, от Хорди Аматами. Гризман. Да, помешал. Здесь помешал Филиппу Луису. Вообще редкий случай для Атлетико, когда в его ворота заставили последний на контратаке. На контратаке, когда Атлетико не успеет перестроиться. Может быть, что-то и вверху, да, а другая на третьем снизу. Вот. Опасный момент. Де Томас выходит. Ударная позиция. Успеет мяч. Нет, это не Де Томас, это Эмбарба. Опять был Годин. Вот так в день рождения свой получите. Можно нарваться и на опасный момент у своих ворот. И снова хорошая комбинация. Но... Он сыграл на Марио Суареса. Красиво сыграл футболист Райо. И передача. Это прям антирекорд пока в эти 30 минут. Потому что из последних трех только одна дошла в ноги партнера. Здесь фол. Все более чем уверенно. Хотя передача не вышла. И Райо цепляется. Надо было падать здесь еще разок. Как-то вот не доигрывает. Отлично. Гризман. Вот хорошая передача. Гризман вдоль штрафной. И никого. И снова неточная передача. Да, конечно, Витола образца Севильского и Атлетико. Снова перехват, а вот здесь уже может быть опасно. Де Томас. Направо передача Эмбарба. Штрафной удар. Юбилей. Опять Де Томас. И опять Эмбарба. Вот эта пара доставляет пока... Евский-то продолжает помогать. Не перенасыщает свои мышцы и тело какими-то запредельными скоростями, а просто спокойно надеется на какой-то стандарт или Гризман. Это фол. Марата. Ой, Гризман, хорошо! Ну, забивать на... Экстрасенсорные способности. Да. Это браво. А вот дойди... Все-таки дойди... На Де Томаса подача и дотянулся до мяча и штрафную. Там рука Де Томаса очень сильно просит. Ох, здорово. Задумал, но все это дело не пройдет. Перерыв. Символично. Смотри, и в полупозиции оказался, да, действительно не прыгнул. И Годин послушает Симеоне, да? Пойдем предположим, что же он мог сказать. Не хватает какого-нибудь заводилы, потому что все монотонно, все инертно, все
пока в том кого-то ударил. Вот есть же в конце. Соответственно, это уругвайская пара центральных защитников. Слева Филиппо Луис третий, справа Ариас четвертый. Здесь, возможно, этих предупреждений будет больше, больше борьбы, если Атлетико взвинтит темп и будет действовать не только мяч вернул Райо. Ну вот это паническая какая-то передача, которая, тем не менее, доходит и с фолом налетает. А так, не по правилам. Обидно для Гризмо, ускорился, и Витола атаку поддерживает. По Марате бы пораньше было развернуться, но развернулся, когда сумел, но не успел этого сделать. Де Томас, ударная позиция, ох, пушка-то хороша, но мимо. Мимо. Все удары пока у Рая. Мельчат. Очень мельчат футболист Атлетико. Но это дает свои плоды. Вот сейчас могло бы. Позицию, отскок, рикошет. В этом смысле Атлетико силен. Витола хорошо прошел. И первая желтая. Скидка. Нагодина не точно. Ариас. Дальний удар хороший. В третьей минуте. В матче мадридском на Ванда Метрополитано. Нужно обработать мог. Реально, может быть, мы там какие-то специальные линзы сделали. Опасный момент. Гризман, подача. Марата. По-другому пока объяснить я не могу. Такую несобранность в матче, когда команде нужно побеждать. Вот кровь из ночи этой команды. Расскажу об этом после вот этой атаки. Посо пасует налево. Пола. Смотри-ка, без пола, да. И Гризман пойдет, наверное, налево. А Марата и... Хочет сломать неприятную традицию. Гризман с мячом. Коста сразу включается. Марата... А Марата выключается. Не вовке. После того, как поиграл за Челси в первом же матче, после возвращения за Атлетико, удалился. Это была игра с Хитафи. В чужую штрафную. Не уверен, да, облак пошел. Положения игры нет. Редкий случай. Марата... Пенальти можно было бы заработать, попробовать, но Марата сделал передачу. Вообще 0-0, они только играют. Хороший заброс на Де Томаса, вот это опасно, облак, облак. Алехандро Гальвеса и... Ну, тяжеловато здесь было в касании пробить. С острыми атаками, как сейчас, Рауль Де Томас, один в один. Не упал, устоял, а вот здесь можно ставить. Эго Коста, вот еще раз давай смотреть. Ну, толкнул. Это очень много. Опять Абдулаеба, Марата. Скидка на Гризмана. Удар, рикошет и гол. Не мытьем-то катанем. Вот это смешно. Вот этот Атлетико Мадрид, конечно, просто песня. Вообще ни с чего. И нас обыграли. Но... Антуан Гризман. Вообще. 74-я минута. Смотрим, как это было. Смотри. А сейчас не засчитают. Уже только восстановился после травмы. Там Годин, там Хименес. Хименес пошел в опорную зону, что ли? Есть подозрение, что... Диего Коста слева. 4-3-3, по-моему, стал играть Диего Симеоне. Он вышел на 60 минут. 30 минут-то можно побегать. Просто если сравнить его скорость с той скоростью футболиста Атлетико, которая была весьма... Это не положение игры? Это пассивное. Потому что он не мешает... Ну подожди, там он еще же... ба. Нет, он не... А? И здесь Диего Коста вытащил со своей... Отличился, да. А вот! Ух ты! Арес будет убегать. Будет убегать. Штрафной врывается. Четвертый номер Атлетико. Ищет поддержку. Передача здесь Синегаль. Максимум эстетического удовольствия. Марата! Марата! Ну же, Альваро Марата, чтобы... Лучше соперника. Ну а здесь? Здесь прям достижение. Осо! Вот опасно! Какое спасение Яна Облак! Великана уходит с поля без забитого мяча. Хотя вот этот момент ба. Ну и минуту еще, наверное. Марат здорово спину, конечно, поставил. Здесь ба. Увенчалась неудачей. Зато здесь рикошет. Гризман. Марата куда побежал? Вот не везет, да?